я продолжаю свою рубрику «Надпись на бразильском песте». И сегодня надпись от нас с Катей для Барянчика. Барянчик, держи надпись из Бразилии. По традиции бразильский пляж и Атлантический океан для Барянчика. Запись. Смотрим надпись. Барянчик Бобен, с днем рождения тебя, Бобенище! Та-ра-ра-рам! Дай, дай, денег дай, 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 денег дай, 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 дай. А куда мне пожить? А зачем ты так делаешь руки? А, видео же, да? Кожа за Никулина, Коржик за Юртаса, а утро за Власа Тарасенко. О, какой Коржик. Новый день, новое видео. Лайки, хуяйки, донаты, хуяты. Мы по-прежнему находимся в Бразилии. Город Рио-де-Жанейро, поселок Бузиус. В общем, рай на земле. Сегодня нас с вами опять ждет переезд. Заселили вчера в гостиницу, а в ней нет интернета. А нет интернета, нет стримов. А нет стримов, нет денег. А нет денег, вы хуй... Понимаете, да? Нормально. Минус Бузиуса. До 7 утра вообще ни поесть, ни попить, ни хуя не сделать. Ни сигарет не купить. Закрыто все, но в России круглосуточно есть. Где? Магазины. И что? Идешь, покупаешь, что хочешь. Ну нет. Что, круглос... Ты имеешь в виду кофе не попить. Ага. Где ты кофе попьешь? Угу. Волки вообще кофе не пьют. Джонни, привет. Бустова там увидишь, лича ему, да, это он пропал. Ну, в общем, вот. А, ну все. А, у, а, ы. Вот мы здесь, короче, жили. Окно такое, видали, клевое. Выход на главную улицу. Двухспальная кровать. Телевизор. А, ну и пердильник. Обычный такой. Тоже 20-30 долларов. Не помню, сколько стоит. Наушники где? Наушники взял. Хорошо, пойдемте. Отель нормальный, но ловит только на улице через дорогу от него, блядь. Это странно. Но интернет очень быстрый. Но не по стриме. Попойте. Вроде где-то 450 метров от нас. Юртас! Ну что, а мы перебрались. Видели, такое типа штука. Ага. Что там с кроватями? А, что, нету поодиночке, да? У меня там стоит точка просто. А, блядь, опять с ней спать. Опять вместе спать, она пинается теперь, блядь. Знаешь, сколько места занимаешь в кровати? Места много занимаю. Зашли, Катьки, платья выбираем. Такие магазинчики здесь всякие, видите? Всякие там футболочки, все такие расцветочки, знаете, отдыхательные.
Магазин называется вот так. Хер и Инк. Они заселили нас. Сказали, после двух идите погуляйте. Мы сейчас сходим, пообедаем, пиво возьмем, да пойду стримить. Надоела жизнь бродяги, конечно. Ну а что делать? Жизнь это движение. О, бля, Макс. Есть у нас один охуенный Макс, вообще крутой дядька, с севера, железом занимается. А вот наша гостиница. Видели? Окна, да, заебись? А, Виджилинкус. Спасибо за огромнейший донат. Вообще красава. Опять 5 миллионов, говорят, выиграл Виджилинк. Едет в Доминикану, к нам не приедет. Говорит, далеко, опасно и страшно. Так что вот такая вот Петрушка Юртас у нас. Угу. Никулин в командировке где-то застрял, но к Новому году вернется. А вот наша улочка. Погодка заебись. Вчера, короче, стримил, напился и потерял 20 грамм травы. Короче, грустный, печальный. Даже Раджа Трафтин сказал, Юрка, держись. Вот держусь. Сейчас, может, попытаемся еще замутить. Ну, посмотрим. Продлеваем отель. Интернет заебись. 40 мегабит туда, 40 мегабит обратно. Вот, если вам надо, вот сюда едьте. А еще Катька сегодня насчет работы звонила во Флорианополис. Там у нас Рустем живет. Тоже какой-то крутой. А у него еще друг крутой. Так вот, приглашают на работу. Ну, что-то пока вроде как не состыковочки какие-то. Так что все. Айда на пляжик. А, подзагореть. Ну, а мы остановились выпить кофе. Пока Никулина нет, за Макса Базарного выпьем кофейку. В Бразилии, нахуй. Рио-де-Жанейро, штат Бузиус. Как-то такое название у меня. Все вот, я говорю, кофейни, шмамейни открываются около 9. Нихуя себе кофейня. Вот такая кофейня пошла. А вот и кофе подоспел. Макс, а ты любишь послаще или нет? А то у нас вот Никулин капучино вообще не любит. Я не знаю, я люблю капучинку. Давайте попробуем. Что за капучино за 200 рублей здесь? 200 рублей стоит? Реально для ценителей кофе. Прям вообще пиздец. Бархатный вкус. Наговариваешь? Дайбись. Ну а мы доперли до пляжа. Надписи пишу. Здесь ему. Здесь Кости, Костя с прошедшим. Хуя есть. Видали, что происходит? У меня вообще беда. Мне же надо в видосик что-то ставить, правильно? Что с тобой, брат, не разговариваешь? А, не разговариваешь? Подкурился чуть-чуть, барыга угостил, знаете, пол косячка. В общем, сижу дальше. Катьку отправил до банкомата. Поехала на лодке, нахуй, прикиньте. Но у нее на канале, вы, наверное, это видели. Вводите Катенька, Рио-де-Жанейро, и находите Катькин канал. Так вот, поехала в банкомат на катере. Ну, денежек на травушку замутит. Я вроде покурил чуть-чуть, и вообще все заебись. Клёвон, знаете, такой небольшой и охуенный. А вот там дальше есть маленький, но он тесный. Жду Катьку. А, цены на пляже. А, вот так пляж называется, Азеда. Пиво 8 умножайте на 13. О, еще какое-то 10 есть. Какое-то дорогое. Софт-дринк, вода 6. Вода как пиво, короче. Картошка, блядь, охуеть. 40. Это где-то 500 рублей. О, Миксиафуд 160. Это 2000 рублей. В
принципе, что, терпимо, да? Жаль, мы с вами не богачи и металлом не занимаемся. А пока Катька не видит, решил трахнуть какую-нибудь бразильянку. Вон вроде лежит. Стрёмная, правда, но похуй. Ну, чисто так, знаете, чтобы отношения были крепче. Тем более пьяненький, поднакуренный. Понимаете, да? Блять, дохлая, правда, сука, вообще пиздец. А вон там и вторая дохлая. Можно групповуху, короче, пока Катька не видит, замутить. Будет вообще заебись. О, там Катьки нет еще? Смотрим на лодке. Нет Катьки? Не, Катька бы махала. А там богачи резвятся, видите? Вон там. Пиздец. Богачи, а ну-ка по тыщенке, по две, по три. Давайте. Сейчас Катька денег привезет, замутим с вами покурить. Ну а что здесь сделать? Вы поглядите, вообще просто заебца нахуй. Вот это меня, кстати, в Бузиусе и бесит. Дальше некуда. А и сигаретку дали мне, заебись. Что-то я напилась нахуй, как тварь. У меня с собой даже трубочка, видали? Всегда с собой ношу видеокамеру. О. Зажигалки здесь модные, критит маленькие. Блять. Потрахать-то забыл кого-то. Ну, короче, ладно. Я Катьку вообще-то люблю. Это чисто был прикол. Нахуй такая сардина, блядь. Пиздец. Вот такая, представляете, лежит сардина, блядь. Вообще пиздец. Нахуй эти сардины. Я вот сейчас эти люблю. Вот, видите, поздоровее. Чтобы взял за жопу, так взял. А вот не это все, блядь. Ощущение, что она вечно не доела, нахуй. Угу. Или не доела. Где Катька-то, блядь? Ну чё, Макс, который базарный, за тебя пивко в Бразилии. Пусть тебе и дальше так же фартит. Пяу. Вы, наверное, спросите, Юра, Юра, что здесь с кобылами? Кобыл на Копакабане гораздо больше. Но здесь тоже можно что-нибудь выцепить, знаете, прибухнуть, принюхаться, подкурить. Что-нибудь найдешь себе по-любому. Блять, как хорошо и уютно, блядь, пиздец. Ну чисто так. И все. А это как Тисо с Биг Биг Лео любит. Это специально для вас. Угу. Бля, хороша чертовка, сука. Вот таких экспонатов, конечно, гораздо больше. А вы говорите, Катька толстая, ёпта. О, еще одна. Еще один. Вася, фигуры, блядь. Культ тела, блядь, в Бразилии. Говорю, одна пиздотня везде. Ну, это вот. Угу. Ну, тоже уже рожавшая, знаете, какая-то замызганная, блядь. То есть, я не очень такое. Посвежее лучше. Где моя свежесть? О, блядь, сучка. Такая круглая, заебись. О, сейчас нам стриптиза покажут. Давайте ждать. Ну-ка, давай, малышка. Куда ты ушла? Раздевайся. Раздевайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Не, не будет раздеваться. Чисто ноги пофоткать. А, ну вот, это в белом сейчас там разденется. У меня мужик там киборг, вообще убийца. Мускулистый пиздец. А, не, нихуя не разденется. У меня здесь есть еще вон такие. Воу-в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 оу. Мяу. А вот селедка, вид сзади. А, это мамаша ее, походу. То есть вот она вырастет и будет такой же толстой, блядь. Вот она и показала волоснину, наверное. Но вода такая, знаете, блядь, холодненькая. Я бы не сказал, что, блядь, она вообще заебись. Ну да. То есть я так даже не хочу сюда идти купаться. Мне холодно. О, вроде беляш активатизировался. Активатизировался? Активизировался. Сними с себя все, сучка. Ну покажи нам. Ну. Блять, она столы носит, блять.
Снимай с себя все, корова, блядь. А, не, нихуя. Ух ты, там какая баронесса пошла. О, мальчики, это для вас. Вот это я понимаю, знаете, жопа, ёпту. Как взял, как овладел ей. А там вот острова. Видите, какие-то? Пока непонятно. Еще есть вот такая. То есть на любителя можно выбрать. Но, кстати, если выбирать вот эту, она хрустеть вся будет. Так лучше вот взять эту, то уже и родила вроде. Под разъебанье, наверное, слегка. О, там поплыла лодочка, видите? Короче, вот, блядь, всякая морская здесь ебота, в принципе, наверное, недорого. Наверное. Здесь-то тоже под сеточкой персик скрывается. О, какой персик. Персик, сладкий персик. Напишите комментарий, сладкий персик. Персик, персик. Вот приходите, заказываете стульчик, столик и зонт. И вам тут же ребята ебашут. Не, ну вобла вообще противная, блядь. Просто пиздец, мразь. Напишите ей, мразь. А вон дырку делают палкой. Ой, зонт. Мы сейчас на халяву с вами воспользуемся зонтом. Мы-то бедные, мы даже не узнавали, сколько стоит зонт. А? Рожавшая говорит, что, блядь, отодвиньтесь. Ух, нихуя, так что, они к нам сядут? Нихуя. Ну, она такая тоже уже, видно, замызган. Ух, нихуя там срака пошла. Почему все свежие и туда-то уходят? Нам бы для контента. А Катьки все нет и нет. Пиздец. А вот такси вроде едет. О, белая разделась, лучше бы не раздевалась. Короче, вообще нихуя не следит за собой. Просто пиздец. На диван похоже. О, там нормальный диван такой, видите? Заебатый вроде. Вот такая тоже, блядь. Найдет, когда любишь женщину, тебе уже другие не нужны. Не, ну это реально мразь какая-то дохлая. А вот там, видите, такси приехало. Но Катька нихуя не приехала. Где Катька, блядь? Нихуя! Катька приехала. Короче, все, что говорили про шлюх, это не считается. Это вобла, конечно, пиздец. Я уже замотился и покурить, и пиво, и сигарет. Она все где-то ебашится. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Че говоришь? Как круто, Юра, вообще капец. А ты домой заходилась? Да. Нихуя, как тебя пустили без ключа? Же... А, у нас же не закрыто, ёпта. Я, короче, уже и травы замутил, 200 надо. На 200 реалов дохуище, короче. Главное, а не потерять. Не а? А кокаина не замутил? А я не спрашивал. Катька кокс хочет. Тиньте на кокса. Я думала, ты кокаин. Ну и как, на сколько стоит лодка? 10. А, 10? Да. Вот отсюда 10. Мы, наверное, обратно поплывем, да? Да. Заебись. Ну все. Че? Ваша Юра счастлива. Катенька суетнулась на катере. Я опять пиздец. А есть обед-то уже? Без 15. Короче, очень хороший пляж. Могу порекомендовать. Ага. Всем совет. Что я там говорил раньше? Очень удобно, всем совет. А, очень удобно. О, вон это вобла, они мы вот ее засирали. Пиздец, она, да, ебаная тварь. Почему? А, ну, нахуй. Худенькая, без живота, с жопой. Ну, ебало, ты видела, будто рубанком тащили. Нельзя так говорить про женщин. Ты так про других женщин говоришь, и все считают, что про меня так можно говорить. Почему? Ты же идеальная у меня. Я-то да. Не дать, не взять, как говорится. Ну да, что не взять-то да. Не унесешь, ёпта. Вечеринка продолжается. Бля, как заебись. Смотрите на мои ноги, это последнее, что худое у меня осталось. Да и то уже, блядь. И то уже нихуя. До колена заебись. Вот до сюда. Короче, я тебя люблю до колена. Вот до сюда. Мне вот до сюда нравится. Я тебя до сюда люблю. А до сюда, короче. Вот это моя Катенька. Остальное я хуй знает, чего. Он с ножками живет. А еще ручки у меня неплохо выглядят. Даже до локтя. Да, блядь, ручки у меня до сюда выглядят. А, и вот это еще мое. Давай вот это сюда. О, заебись. Урод, одним словом. Урод.
Что-то ваша юровщи. Короче, цены на кокс. Говорит, короче, 100 реалов, один грр. Но, говорит, он желтый. Я говорю, как желтый? Он говорит, блядь, самый охуенный это желтый. Так что решили парочку взять. Ну, что, хули уж делать? Уж такая масть пошла. Кстати, нету 5000 ни у кого? Мне, в общем, нравятся пляжные дни. Да. Сидишь, вообще в хуй не дуешь. Еще и подкуриваешься. Пивко за Макса. Макс. В общем, вот такая петрушка получилась. Нихуя там петрушка пошла. Видели? Вообще пиздец. Нихуя Юру нахлобучило. Мою ножки. Вызвал такси. Сейчас такси приедет. И поеду домой отдыхать. А вы что делаете вообще? Что шкарите? Ох, нихуя там черные мамбы, ёпки. Так-то нихуя уровень канала, блядь. На такси с пляжу. Вон он там якорь снял. Сейчас подъедет. Эй, Штриман, давай. Русские гуляют. Хуя здесь камень видела? Пиздец. О чем так это, блядь, да, пизда. Короче, пляжные дни, они превосходные. Давай, давай, чучмек. Ты можешь кабарик туда спрятать? В море. В море? Нихуя, прям вот так, вот так. Как русские гуляют. О, не случайно, я тоже. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уронил типа кабарик и все. Нихуя, эй, таксист, иди сюда. Яндекс.Такси. Или это Uber? Вызвали морской Uber. Нихуя, я так не пойду глубоко, блядь. Подъедет? Сейчас приедет, подтащит. Я думаю, это уже бывало. А-а-а. Такой Uber. Я ему 5 звезд поставлю. Подожди. Давай по красоте сделаем. Вообще заебись. Его... И вот так ставим ногу, не хочу, чуть не разъебенился. А где седалище? А вот седалище. Так и должно быть. Ну что, вот так Юрка и отдыхает. Обычный провинциальный парень из великого города Волхов. Центр. А видите, сказал это ж. И все. А еще ж где? Мы взяли, короче, это Uber на троих. Или на скольких? Подождет, если никто больше не придет, ты поедешь. В принципе, удобно. Че, вон там, 250 рублей. Ну, полчаса пешком, либо... 260, или, либо 260 рублей. Ну, за двоих. Бля, ты мне дорого обходишься. Давай я пешком поеду, а ты едь. Сразу улыбится. Если бы я наоборот сказал, сказала бы, ты меня унижаешь на канале. Я так что подпишитесь на ее канал. Катенька Рио-де-Жанейро или Катенька Бузиус. Потому что моя Катенька это Бузиус, ёпта. Юра и Атлантика. Блять, Штрибан. Блять, куда он? А мы что, не поплывем? Не поплывем. А? Не поплывем. А, мы еще ждем. Подождите, блять. Сбился. Бля, вообще я охуенный. Лайк за охуенность. Так-то не хватит. Бразилия, блять. Убери сушнички. Ты сейчас уберешь, блять. Меня с борта. А он поедет на лодке, вот так, да? Ты меня сфоткаешь потом оттуда как-нибудь? Не, а что? Ну что, обычный вид вот такой, что? Хороший, знаете, такой небольшой, средненький пляжик. О, давай толкай. А, у нас толкать будет. Ну и все. Ваша морская Катенька отправляет. Юра плавает, ёпта. Заебись. А какой, блядь, ты мне историю не порти своим. Ля-ля-ля-ля-ля. Огоньки, тиньки. Отправляемся домой. Плаваю. Бля, охуенно, да, Дивола? А вы что делаете? А? Нихуя, мотор, там вся хуйня. Давай меня сфоткаешь-то, мать. Бля, нихуя себе, на, повъебываться в инсте. Я тут, бля, давай. Поработаем.
ебать, чуть не вливаюсь. Нихуя. Нормальное такое такси. Сейчас попадем, где мимо. В общем, вот так мы здесь и живем. Вместо такси лодки, Атлантика. Блять, хотел до воды не дотянуться, короче. Вот видите, все в такси. Заплатишь мальчику, да? Нихуя здесь тины. Вот на пляже тины. Нихуя, я что, должен в тину прыгать? А ты скажи, чтобы он вышел, стал бы на четвереньке, я по нему пройду и все. Быстрее он тебе прыгает. А? Да, да. Бригада. Нихуя, а он нас вытащит. Нихуя, старый пердун, молодец. А бригада. Нихуя, мою бабу трогает. Нихуя. Не надо ее трогать. Ой. Ой. Опс. А мне не дал руку, нихуя не было. Все, спасибо, брат.